Да, спасибо. Борис Романович, я знаю, что у вас сын растет гонщиком. Не страшно ему? И вам тоже не страшно? Момент, Борис Романович, посмотрите на Плюшу, актриса, словно бы нет. Словно мы с вами Плюшу разговариваем. Привет. Прошло? Ну как, я им не даю скучать, потому что я появляюсь с утра на канале «Карусель» в 7 часов и вечером, как всегда. Да. А вот у меня вопрос по мультфильму. Вот, вернее, вот какой вопрос. У вас, я знаю, ребенок занимается ралли. Не страшно его отпускать? Ну, ралли, но как это участвовать? Человек соединяется, пока тестируется. Так очень успешно жить. Да? И сестра его тоже. Да? Не страшно их отпускать? Нет, не страшно, потому что он центр контроль постоянный. Наоборот, чем больше они занимаются, тем они больше уверенности есть. А мультики про машинки они любят? Про машинки, другие мультики любят, а про машинки они смотрели гораздо без интереса, гораздо больше. Потому что там и приходится участвовать. Да? Вот нарисуйте меня, я не против, я готов погонять на таких машинках. Я думаю, что обязательно должен участвовать. А, вот вопрос такой. А почему вы решили поддержать этот сериал? Мы говорили уже об этом, что мы только делаем нашу программу спортивную, делаем такие маленькие практические годы, которые на своем жизненном пути могут достичь высоких результатов. И после того, когда они смотрят этот мультфильм, они как лучше приобщаются к этому. И можно посмотреть на примере наших пилотов, которые с каждым пришли, попадали даже в Формулу-1. А вы меня в следующий раз возьмете на карту? Я тоже хочу прулить. Спасибо большое за интервью. Было очень приятно.